Путь к любви длиною в жизнь. Я знаю, Виктор ждет меня. Но этот изнурительный проход паспортного контроля затягивается в связи с ковидом. И вот он, неописуемый момент встречи. Я бегу к Виктору с распростертыми руками. Но он как-то неуклюже отстраняется от меня. Я понимаю моментально, это ковид всему виной. Пройдет пару недель, и он убедится, что я здорова. И все будет обязательно по-прежнему. И вот я дома. Первая встреча с мамой была через окно нашего сада, в ее комнату. Мы обе плакали и не могли насмотреться друг на друга. В этот момент я дала себе слово, что больше никогда не покину стены этого дома. Поселившись в одной из комнат дома, я терпеливо ждала окончания своего дорожного карантина. Но при этом с большим наслаждением приводила дом и примыкающую к нему территорию в порядок. Я соскучилась по своему саду. Каждый уголок напоминал мне, сколько моего труда вложено и вновь ждет моих рук. Виктор, как всегда, был поглощен своей работой. К тому же он дополнительно еще взял один объект по строительству под свой контроль. Он выезжал рано утром, приезжал пообедать, и до самого позднего вечера его не было. Приехала на летние каникулы моя внучка Розочка, моя отдушина, мое вдохновение, все пошло своим чередом. Опять я успевала все, и за свекровью поухаживать, и приготовить вкусную домашнюю еду, и Розочке уделить внимание, а самое главное в моей жизни – это Виктор. Приближался его юбилей, 1 июля, ему уже 70, и я горела желанием сделать праздник незабываемым. То есть показать детям и нашим внукам, что в мои 60 и в 70 Виктора на нас можно равняться. Мы есть пример, как стареть красиво. И возраст, прежде всего, это состояние души. И тому доказательство. Мы полны драйва, неугомонной энергии и, самое главное, любим жизнь во всех ее проявлениях. И в доказательство тому покажем, как можно тряхнуть стариной. В общем, сценарий у меня был готов. Как не противился Виктор, мы начали разучивать бачату. Очень, на мой взгляд, обворожительный и магический сексуальный танец. Так как рестораны в связи с карантином были закрыты, мы не унывали. Наш дом позволял достойно отметить юбилей. Были приглашены повар и человек-оркестр. Бачата, скажу, нам досталось ой как нелегко. Виктор иногда просил пощадить его и придумать что-нибудь полегче. Но я не сдавалась, и с каждым разом наш танец в процессе репетиции совершенствовался. А в качестве подарка от меня я решила подарить любимому мужу красивый аквариум. Немецкого безукоризненного качества. Последний штрих в моем сценарии проведения праздника была фотосессия, устроенная до прихода гостей. В нашем саду, благоухающем великолепными кустами роз, фотограф запечатлел на память моменты, когда от моего осознания быть счастливой рядом с Виктором хотелось просто жить, мечтать и продолжать творить. Да и еще, я установила проектор, подготовила для показа гостям клип, хронику наших приключений в горах, на лыжах, фрагменты отдыха на нашей Десне и за границей, в Турции и Египте. Розочка спела песню, посвященную любимому и единственному деду. В общем, праздник удался. Дети, внуки и правнук также помогли сделать торжество незабываемым. На следующий день утром я предложила Виктору уехать и уединиться на Десне хотя бы на пару часов, просто прийти в себя. 2 июля, прекрасное солнечное утро. Приехав, мы расстелили одеяло в тени огромной ивы, накупавшись вдоволь легли и провалились в блаженной легкой дремоте. Чувствовалась некая накопившаяся усталость. Подзарядив батарейки, мы ближе к вечеру вернулись домой. Через определенное время звонит мне сын и говорит, что он планирует отпуск провести с семьей, как всегда, на полюбившемся Красном море, и, естественно, заберет внучку. И тут мне приходит в голову идеальная мысль. А возьмите с собой Виктора, я останусь матерью, а он пусть развеется. Сын охотно соглашается. Действительно, пока я застряла на Канарах, Виктору было тяжело совмещать и работу, и уход за матерью, а смена обстановки крайне не помешала бы ему. С удовольствием Виктор отправился на отдых, и я в страшном сне не могла себе представить, какие страшные испытания вновь меня ожидают. Вернувшись с отдыха, Виктор показывает мне видео
снятое им на отдыхе в своем телефоне. И в это время на экране телефона выскакивает сообщение по Вайберу: «Я тебя люблю». Сделав вид, что я ничего не заметила, я выскочила в сад. Меня буквально пронзила молния. Мне не хотелось верить. Может, мне показалось? Я вернулась в дом, попросила у него телефон и тут же зашла в Вайбер. Мне даже не было необходимости искать. Я уже была на страничке переписки с той же Катей, его давней любовью, с которой я уже думала, больше нет никакой связи. Перед моим взором открылась любовная переписка и фотографии интимной зоны Виктора со всей прелестью мужского достоинства, которые он посылал своей возлюбленной с комментариями: «Солнышко, я люблю тебя». Я подняла свой взгляд на Виктора и со словами: «Как ты мог?» Выскочив из дома, медленно теряя самообладание, рухнула на скамейку. Рядом стояла лейка с водой для полива цветов. И это было спасением для меня в эту минуту. Виктор обливал меня из лейки водой, убитую напрочь горем. В голове моментально сложились пазлы. Когда-то он пошел среди бела дня принимать душ в нашей спальне. И мне нужно было сообщить срочно ему какую-то информацию. Поднявшись, я обнаружила его сидящим в телефоне на кровати. Виктор от неожиданности моего появления в дверном проеме вдруг резко захлопнул свой телефон и нервно соскочил с кровати. В сложившейся ситуации я тут же прокомментировала: «Ты знаешь, так обычно поступают мужья, которым есть что-то скрывать от жены. Тайная переписка?» – настойчиво спросила я и спокойно продолжила: «Если у тебя есть какие-то отношения на стороне, поверь, ты имеешь полное право быть счастливым. Только найди мужество сообщить мне об этом». В ответ Виктор, просто улыбаясь, мне ничего определенного не мог сказать. Я же, в свою очередь, тогда не придала особого значения этому случаю. Потом я как-то задумалась, что Виктор, придя домой после работы, холодно отвечает на мои поцелуи. И вообще, после моего возвращения из Канар, я перестала слышать свой адрес, признание в любви, пропали объятия. Да, пазлы сошлись. «Это надо же быть такой дурой!» – терзала себя опять я. Виктор, защищаясь в ответ: «Роза, 80% мужчин поступают так. Мы в последнее время отдалились друг от друга». «Но я не для такой жизни выходила тебя замуж. Ты знал, через какие муки ада я прошла в своей жизни. Я думала, ты моя тихая гавань, ты моя надежда и опора. В конце концов, я 9 лет убирала говно за твоей матерью. Я терпела ее несносный характер в ущерб своему здоровью. Но я искренне любила ее и тебя. И всю себя без остатка отдавала вам обоим. Хотела быть украшением вашей жизни». Больше я не могла что-либо говорить. Я захлебывалась в слезах. Сердце мое разрывалось от боли на части. Шли дни, я медленно умирала, тихо. Иногда уходила в теплицу и там давала волю своим слезам. Где моя ошибка? Я же тогда, перед нашей свадьбой, простила. Значит, у них любовь? И все это время, это все продолжалось? Нет, с меня хватит. Втроем мы жить не будем. Я приняла решение. Я уезжаю навсегда. И пусть Виктор подает на развод. Каждый день я по чуть-чуть собирала свои вещи в коробке, сумке. Виктор, наблюдая за мной, говорил мне: «Роза, пойми, Катя – это мусор. Надо все постараться забыть и жить дальше». Однажды глубокой ночью мне не спалось. Я зашла в Вайбер и обнаружила, что Виктор в сети. Спустившись к нему в комнату, я обнаружила, как он спохватился резко и забросил телефон в сторону. Я подошла и попросила телефон. Он мне сказал, что по работе переписывается с сыном и показывает мне эту переписку. Но в этот момент приходит от Кати сообщение: «Как мы чувствуем друг друга?» Успеваю прочитать я. И тут я не выдерживаю и говорю: «Ты же говорил мне, что она мусор.
Ну ты дрянь. Я снимаю кольцо обручальное и бросаю ему в лицо. Между нами все кончено. Наш брак – это изначально была ошибка. Ты видишь, как я больше месяца убиваюсь, и ты продолжаешь с ней отношения? Да ты же утонул во лжи, Виктор! – отчаянно кричала я. В этот момент мне хотелось наложить на себя руки. Я пошла в сарай с веревкой. Просто на потолке, мое счастье, не было крючка, ни гвоздя, ничего. Я бы повесилась. У меня было такое отчаяние, я не нашла, на что можно было веревку прикрепить просто-напросто. Но я не пишу тут. Но это было. Жизнь продолжалась некоторое время. У меня клочьями выпадали волосы. То, что я съедала с усилием воли, я тут же бежала в туалет. У меня была жуткая диарея. Я устала жить в одном доме с Виктором, видеть его. Наконец-то все вещи мои были собраны. На завтра на утро я заказала грузовую машину. Виктор потух. Он даже не захотел ужинать. Я же хотела как можно быстрее покинуть Киев. Это для меня был чужой город. Утро следующего дня. Грузовик стоял уже у ворот. Все необходимые мне вещи были в машине. Виктор подошел ко мне, прижал к себе. Полные слез глаза. Но у меня в душе пустота. Я хочу только одного. Как можно быстрее в родные Черкассы. И как можно быстрее забыть весь этот ужас, случившийся со мной. Октябрь. Мои родные Черкассы. Я в своей маленькой, уютной квартирке. Рядом лес сосновый. Могучий Днепр недалеко. Первым делом я поехала на кладбище к моему Валерию. На коленях я вымаливала прощение, я кричала, я жаловалась, я плакала. Но он меня не слышал. Успокоившись, я взяла себя в руки. Осознавая, что мне есть ради кого жить, и у меня прекрасный сын, прекрасная невестка, внучка Розочка. Несмотря ни на что, жизнь – это подарок, и я обязательно буду стариться красиво. Завтра я начну. Опять все сначала. Я буду полна сил и неиссякаемой энергии и огромного желания жить. Первым делом я создала уют в своей квартире. Осень выдалась очень теплой и продолжительной. Каждое утро у меня начиналось с поездки через лес на Днепр на спортивном велосипеде. Я запросто могла проехать 20 км. Увидев рыбаков на Днепре, я вспоминала о своих заброшенных удочках и знала, что на днях обязательно поеду на рыбалку. Затем, вернувшись домой, я включала любимые музыкальные треки через наушники и, пританцовывая, готовила себе обед. После обеда я с удовольствием валялась на диване 1.5 часа, перечитывая любимые книги. Взбодрившись в кресле-массажере, принималась сортировать собственные вещи на две кучки – полезное и хлам. Все, что не носилось продолжительное время, я без сожаления отдавала малоимущим. Никогда я не думала, как может быть интересно одной. Я любила что-то перешивать, связать моднейшую тунику. Поздно вечером перед сном я выходила на свой любимый балкончик с видом на старый сосновый лес. Наш небольшой дом на 4 семьи принадлежал когда-то лесничеству. И, уставившись в небо, строила планы и мечтала. Я знала, что рано или поздно в моей жизни произойдут изменения в лучшую сторону. Не боюсь я, что мне сегодня 61. В душе я еще та девчонка, этому доказательство, которое сейчас вспомнить смешно. Месяц назад я с подругой полетела на неделю в Турцию, так сказать, выйти из депрессии. При посадке в самолет я познакомилась с пилотом наших украинских авиалиний. Наши места были рядом. Он летел в Турцию по работе в качестве пассажира на 4 дня. Незаметно пролетели 2 часа полета. На все вопросы, что меня интересовали в авиации, устройстве самолета, преимуществах его профессии, о терактах, в конце концов, я получала исчерпывающие ответы. Он был младше меня на 3 года, и в результате довольно короткого общения между нами возникла некая симпатия друг к другу. Мы были интересны обоим в общении. Когда мы прощались в аэропорту Турции, он просил мой номер телефона. Я вежливо отказала. Я была еще не готова к новым отношениям, но зато моя самооценка
значима была для меня в этот момент. Не все так печально. Я переболею. Успокаивала себя я, глядя на ночное небо со своего балкончика.